Сервис онлайн-оплаты жилищно-коммунальных услуг запустили в Подмосковье. Клиенты расчетного центра могут без комиссии и регистрации в личном кабинете оплатить ЖКУ. Достаточно нажать на кнопку. Для оплаты не требуется дополнительной авторизации. Нужно ввести 8-значный номер лицевого счета, указанный в платежном документе, и продолжить выполнение действий. Максимальная сумма оплаты не должна превышать 15 тысяч рублей. Информация о совершенном платеже в течение суток попадает в единую расчетную систему МОСОБЛ-ЕРЦ.